Астропрогноз на 19 августа. Овен. Упорство в достижении целей принесет свои плоды. Продолжайте в том же духе. Телец. Многое, о чем вы мечтали, поплывет к вам в руки. От вас требуется только брать это с благодарностью. Близнецы. Если для вас квартира – это якорь, который не дает поменять жизнь к лучшему, то откиньте страхи по этому поводу и вперед к новым приключениям. Рак. Важно избежать переутомлений и стресса, не спешите заключать сделки. Лев. Опрометчивые покупки не принесут желаемого удовлетворения. Потерю финансов на покупки будет сложно пополнить. Дева. Сомнения, которые появляются в вашей душе, могут привести к раздражительности и плохому настроению. Так что будьте внимательны и снисходительны к себе. Весы. Не беритесь за все и сразу. Взвешивайте свои силы. Если их не хватает, то общение с близкими – это то, что пополнит вас энергией. Скорпион. Удачный день для реализации намеченных планов. Но не беритесь за все и сразу. Доводите начатое до конца. Стрелец. Если вы отбросите в сторону свои комплексы и внутренние сомнения, то откроете в себе невероятные таланты. Козерог. Возможны трудности в профессиональных делах, с которыми придется справляться самостоятельно. Водолей. Вам придется найти способы закрыть дыру, образовавшуюся в финансовом положении. Поможет новая деятельность и подработка. Рыбы. Особых изменений не предвидится. Хорошо пройдут намеченные встречи.